Лукашенко убрал из страны весь бандитизм, ну, максимально убрал. И в Минске у меня огромное количество друзей, замечательный славянский базар, сохраняющий культуры славяноносной, славянофиловой группы вообще россиян. И сохранение этих традиций культуры это является высшей степенью цивилизации вообще в любой стране. Ведь Америка, она позиционирует свой патриотизм. Нет ни одного фильма, где бы не стояла вот эта вот статуя свободы, где бы не пролетала самолет над надписью «Голливуд», да, какие-то названия. Все говорит об атрибутике их государства. Они позиционируют мощь, силу и славу. В советском кинематографе раньше позиционировали совхозы, колхозы. Была пропаганда человека работающего, да? Была пропаганда и массовая такая идеология, что все должны работать и повышать производство в нашей стране. И лучшие герои нашего периода это были как раз рабочая, колхозница, доярка. Все говорило о труде. И Беларусь, она несколько меньше России в разы по территориальности, но она уже показывает свои мощные результаты в плане культуры и становления как цивилизованного государства. За это Лукашенко 5.